Привет-привет вновь! Это снова Фасайвинг. Мы остановились на том же месте, где и начали. Ну, вернее, где закончили. Какой кувырок, друзья мои. Мы только пришли. Да, кувырок. Зачем кувырок вам? Самое главное, что это такое? Там что-то есть все-таки. Все-таки не лжете мне. Все-таки действительно присутствует объект. Или это все-таки снова ложь? Да нет же, видите? Кто-то когда-то зачем-то. Может, действительно вот так надо пнуть и потом подлететь? Нет, нет, снова нет. Но ведь хочется взять этот бонус, просто взять. Захватить его в свои лапы. Подлые, наглые лапы. Ну, кто сказал подлые? Это такая наглость, присказка, можно сказать даже. Там ведь штучка. А, друзья, мы, ладно. Потом будет способность много шаров создавать, если что, мы зайдем туда. Возможно, специально так. Кто не хитрый, тот, извините. Это не меня. Interesting moths in this forest. That thing up there, that was no moth. Oh, this forest must be enchanted. Там ничего. Опасность или нет? Вот, как нам открывать ящики вот так вот. Да. Опс. И на кнопочку так. Нас открывают. Не только нас, между прочим. И тут что-то еще есть. Или там сюда нужно? Нам сюда нужно. Это головоломка обязательно, да? Давайте посмотрим, что у нас зато здесь еще. Опять обязательно головоломка. В смысле, то есть... Я говорю то, что мне говорю. Ну что там у нас? И письмо так называемое, да? To our esteemed colleague Zoya of the Guild of Entrepreneurs, we have another job for you. Well, a letter from Linus. Возможно, это дополнительный мини-уровень, наверное, да? Скорее всего, это так. У нас уж такие вот коротенькие сообщения. Опять письмо. Второе письмо. To our esteemed colleague Zoya of the Guild of Entrepreneurs, we have another. Well, well. Ладно. A letter from Linus. Оставим это. Вы взгляните-ка. Не надо взглянуть. Смотрите, какое счастье-то. Вернее, не счастье, а печаль, конечно же. Таким образом мы можем. Другим образом. Можем. Вот так оно все работает. Успешно получилось. Так, что опять шары или камень сработает? Сработает, но зачем, да? Давайте шары. Промахнулся, провалился и так далее. Не всем приятно, что мы проваливаемся под землю. Сожалею. Печалюсь.
Подтверждаю. Не печальтесь. Хать. 5. Ах ты, ёшкин кот. Ну да, можно было выстрелить раньше. Ага, сквозь стены собираем блоки. Давайте не будем ломать, давайте оставим здесь их. Все равно, чтобы мы поняли, что... Чтобы мы поняли что-то. Чё прыгаешь там? Не тот удар, хотел вниз удар. Конечно же, забыл, что как ударить вниз. Доделывать, выделывать, приделывать. Заделывать, в общем, можно сказать, даже было. Спасибо за толчок, но он был мне необходим. О, как прыжок делать. Хм. Там точно сверху самом ничего нет. Не бойтесь, точно ничего нет. Там начало есть то самое, где мы были. Потом не были. Опять открывашка. О, морозить можно было, кстати, да. Давно мы не морозили людей. Ну, в смысле, что-нибудь. Полезные вещи. Якобы сложно, ну. Очевидно, что нет. Эффекты. Отбрасывание, выброс, открывание. Не то, то. Эффектно. И открытие. Ну все. Потом сюда может залезть снизу какая-то хитрость. Давайте посмотрим, что от нас хотят на этой хитрости. Кто там и зачем там? Нет, неси себя, неси, неси. Ясно, не стоило сюда приходить. На самом деле стоило. О, даже больше, чем стоило. Ну, что-то закрыто. Вернее, скорее, лучше бы сказать кем-то. Морозить сейчас нужно будет, не забудь, да? Так, вопрос сначала понять, что это делает. Это открывает что-то, а вот это тоже что-то. Нужно две. Два куба, да? Два друга. Два. Не забудь об этом. И второе, это ящик. Осталось только удерживать. Одно там и сделали, а дальше там. Привязать можно, да. Вот, и второй раз это привязать. Вот так оно работает. Втягиваем. Собираем. Что-то еще на сундучок снова. Опять люстр. Хотя, кажется, понял, как в меню найти этот предмет скрытый. Да, думаю, тут больше ничего не хитро, не спрятано. Поэтому давайте пойдемте отсюда. Это то, что я хотел сказать. Пойдемте отсюда. Это мы можем сломать, мы уже знаем, что нам это. Да. А, это специально в боях нас тут долго возрождают. Ха-ха, пнули его, гада.
Ну, шипы прям перенесли. Круто, вот так это работает. И, блядь, можно было повиснуть, но зачем, да? Вот так для передвижения. What if Celius manages to conjure up all our nightmares? Then we'll face them like we did with your ma, Aunt Gretchen. The Brits can't conjure a single creature that could scare me. Фар нужен, понятно. Ну как бы да, очевидно. Ну что, еще нужно? Ух ты, ничего себе, стал лунный шар. Но, к сожалению, у нас другой шар есть, к сожалению. Какая печаль, да? Там какая-то штучка. О, погнали. Вот вы кто. Думали, что какая-то здесь хитрость. А чё хитрого здесь спрятаться можно? Это подвесная платформа. На неё заморозить можно, да, думаете? Действительно. Не ожидали мы такого от вас. Оба на сюрпризе. Хвахрихе. Тут что-то есть. А, что тут есть? А ничего тут нет. Вот все. А что, мы не могли сразу залезть туда? Зачем нам этот мостик делать нужно было? Так, ну давайте по очереди. Во-первых, я вижу, что тут странное. Морозное, во-первых, там. Да? А, стреляка. Теперь необходимо, да, видимо, использовать. Всякие вот эти штучки. Да, обязательно. Как говорится, да? А что делает? Точнее, лучше сказать было. Надо подвесить шар снова, да? В смысле, этот куб. А на что, если нужно, если нет, не нужно, то что? Вот у нас есть мяч. Все приморозить можно. Глупая идея, конечно, но. Конечно, не работает. Ну что вы уже. Что же делать-то, скажите? Надо думать 30 лет. Надеюсь, вы мне не поможете. Надеюсь, нет. Так, ну, в общем, ящик вынести нельзя, привязывать некуда. Потому что, простите, знатнее. Хоть и позволяет сделать сильнее, но не помогает. О, полетели, что ли? А куда полетели, да? Что, кроме привязывать их, что за привязывать ли? Недостаточно знаний, чтобы пройти, да? Ну что там нужно? Вы тоже поняли, да? Ну что? Надо по-быстрому только сделать, да? Давай сразу подготовим. Бам. Читы, можно сказать, почти. Но нет, так подразумевается, скорее всего. Потом сюда. Тут у нас опыт не остался нигде. Лифт, да, вниз. Уж помню этот лифт. В смысле, нет, это другой был когда-то.
Но похожий, похожий. Напоминающий. Готовы мяч ставить. Ладно, ничего там нет, пойдемте. Бум, даже можно сделать. Тройной бум. Кто не хочет тройного бума? Вот бывают, что не хотят. Так, стрелы. Бум. Сгорело. Неплохая была битва. Ну чё, когда уж я соберу весь уровень в опыте снова? Не пропущу ничего. О. И тут что-то было. А сверху нет? Вы не думаете об этом? Не ломает себя. Все? Нет, вот еще опыт. А что здесь за место такое? Красивое или можно тут найти хитрости? Это было конец. Heroes followed the distant cry of help. It sounded like a friendly denizen of the forest in need of assistance. Ну давайте. There's no more shouting. I hope they're all right up there. Let's get out of this cave and see what's going on. My money's on more nightmares. Ух, какая красота. Ну, смотрите, у нас опыт... Давайте сбросим телепортацию, потому что нам не нужна телепортация сейчас. И можем прокачать, что прокручить для шара. Интересная задумка, но на вопрос зачем? Можем прокачать кувырок, но вопрос зачем? Что мы еще прокачаем, что нам не нужно? Нам это нужно. Давайте прыгучий шар прокачаем и посмотрим, что с ним делать. Ну, в смысле, да. Как его сделать? А, ух ты. О, вот как это работает, слушайте. И... Не прыгучий, скажите. Вот он. Нет, это не он. А как его делать? Вот как-то его надо делать, но, видимо, как-то не так-то, наверное. Вот. Ага. Понял, стоим шар и делаем шар. Нет. Ну ладно, шар мы потом будем скидывать на врагов, как всегда. Попытаемся. Так, морозяка, да? Очень прыгучий, неплохо. А что с кубом можно будет делать? Можно будет тоже на фишки кинуть? Кто знает, сказать можно. В смысле, никто знает этот вопрос. Не вопрос, это мнение. Неожиданно лес какой-то изменился. Неожиданно светло стало, да? Опа! Телепортировался к нему. My nightmares came to life and ran me out of my house. The only thing I'm worried about is my research journal. Could you heroes please recover it for me? Of course, my good fellow. Ну вот. Чего вы молчите так долго? Да вот так вот. Что за табличка? Осторожно, опасности или что? Веревки не пружинит. Опа, друзья! Он от людей пружинит. Ну понятно, он вообще прыгучий немножко. Но от него использовать как батут в теории можно, да? Или только теории? Какая-то штука. А! Ну потому что это нифига не нужно, да? Вот оно что. Потому что да.
Идем сюда, да? Тихо. О. В общем, ежик в тумане. Опять вот тут всякие понаделали. Так, кирпичи, да? Кидать нужно какие? Опало. Эй, ну-ка сюда. Смешно. Конечно, не забавно, но слегка. Можно ухмыльнуться. Опа. Так. Чем мне толкать туда? Там, видите? Говорят, стена. Нужен какой-нибудь каменный какой-нибудь блок, да? Говорят, обычно. В таких ситуациях. Ну, не знаю. Ох. Нет, там камня нет. Ну, видимо, потом. Ну, ладно, бросим это. Ух ты, ничего себе. Чё там мяч? Не бьет их. В общем, их это ледяными, да, они типа огненные. Нет, они типа просто. Ясно. Вернее, непонятно. They can be a bit prickly. I suppose we all have our quirks when it comes to our subconscious. Так, бонусы, птичка. Ах. I write to you on behalf of the Astral Academy Library Press. We would like to publish a Badger's Journal of Natural History. From your earlier letter, we understand you've completed Ладно. Your manuscript. А что здесь? Умные мы уже, умеем делать вещи. А дальше что? Be the kitchen. Look at all the lovely goodness. Now, now, we don't want to resort to thievery, do we? You might. I was only appreciating Mr. Badger's good taste in pies. Так, тут у нас всякое. И там у нас всякое, а вот это уже интересно. Видите, какое счастье-то. Ой, можно сделать, круто. Большое жилище, да, так называемое. Так, ну чё, как мне это? Отверёвочить. Потом зайти. Я хочу пройти. Оба. Видите, что там есть? Там есть что-то. Меня закрыли. Словно. Ну, на самом деле нет, видите, нет.
Так, значит, дальше. А чё вы видите, конец? Нет. Это же был прочный ящик, который не ломается. Что будет, если мы сделаем? Какой-то шар, поедем на нем. На прокрутим шару не покатаешься. Ну понятно, непонятно, почему это делать. Зачем это делать? Опять тьма. Неужели мы можем что-то сделать? Нам ведь нужно что-нибудь толкать. Можно именно прыгучий шар толкать. Или он может обычный... А, то есть обычный шар тоже пойдет. То есть... А раньше не... А ящики квадратные нельзя, то есть там... Такая вот штука. Это смешно, да. В смысле, не смешно, а вообще как-то глупо. Зачем вот так? Я, значит, раньше мог получить ту штуку, да, я забыл, что там не пропустил. Эй, ага, что случилось? А что здесь? А почему здесь ничего нет? А почему здесь что-то есть? Чё два раза вращается? А чё снизу? И тут что-то есть. Думаю, это больше бонус, чем ничего. Так, ну теперь мы знаем? Не знаем. Так, ну может прокручу нужно? О. Бить. Да? Прикольно. А, нужно подбросить его в воздух и бить, ладно. Это тоже все. Ну, как все, так все. Спасибо вам, шар, за помощь. Куда вы вылезаете, шар? Вы хотите пойти с нами, автомобильный гонщик. Слушай, я таком, да. О, тут, оказывается, батутики, растения были, то есть. Ну что, заканчиваю. Доступного очка улучшения. Один навык есть. На 2 стоит, но давайте это прокачаем потом, когда нужно будет время. Зачем на телепортации? Ну, с этим легко можно разделаться. Это по каким причинам, да? Так. Если нельзя называть себя по-иному, то можно назвать только так. Опасно. Ладно, давайте сейчас дойдем до чего-нибудь интересного и закончим, или что? Ну, если заканчиваю, то когда продолжать, так сказать, да? Можно. Это полностью уровень короткий такой был. Ну что с ним делать теперь? Понятно, смерть. Поехали. Понятно. Конечно, смешной человек. Раз думаете таким образом. Не сложно. Ну и давайте откроем вот эту. И тут еще не что-то. Эй, что за эх?
Ну, на этом можно и остановиться. Думаю, 30 минут прошло. До свидания. Увидимся в следующем продолжении однажды.